Всем привет! Вы на канале Game Julia. Сегодня у нас DIY для школы. Я покажу, как сделать простую интересную модель органайзера, которая пригодится на рабочем столе. Лично мне нравятся простые модели, которые не нужно долго декорировать или красить, поэтому я использую цветную бумагу. Обязательно посмотрите мой плейлист «Школьная канцелярия». Ссылочку я дала в описании. Там вы найдете много интересных поделок для школы. И не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, если вы еще не подписаны. Итак, начнем. Для этого органайзера потребуется всего лишь 3 квадрата бумаги размером 15 на 15 сантиметров. Я взяла очень яркие цвета. Нужно сложить 3 модуля. Смотрите, как складывать. Перегибаем по диагонали. И каждый уголок подгибаем вниз. Раскрываем уголки и теперь этот уголок вверх. Вот и вся сборка. Нужно сделать 3 таких детали. Все 3 модуля я сложила, теперь начинаем собирать. Берем один модуль и вставляем в кармашек другого. Вот так, просто задвигаем. Чтобы они не расходились, можно их подклеить. Теперь следующий. И тоже в кармашек. Поворачиваем и просто собираем в коробочку. Опять же задвигаем в кармашек, уголочек. Внутри можно подклеить. Получился необычный, но при этом достаточно вместительный органайзер. В него можно положить всю мелкую канцелярию. Мой отлично подойдет для декоративных скотчей. А теперь я покажу, как сделать мини-органайзер с несколькими отделениями. Сделайте 3 таких мини-органайзера и соедините их вот так. Смотрите, внутри получилось еще одно отделение. Чтобы их зафиксировать, нужно соединить грани. Вот так. Это можно сделать с помощью клея, а я сделаю с помощью обычного скотча. И теперь следующая часть. И последнюю часть. Вот и все, органайзер из 3 модулей готов. Как видите, органайзер очень простой, и в него можно положить много полезных мелочей для школы. Вы даже можете подарить такой органайзер своей подруге или учителю. Это легко и просто. Не забывайте ставить лайки под видео, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!